Знаете, что иногда мешает снимать видео? Нет, это не отсутствие мотивации, настроения или упадок сил, а банальная погода. Сейчас я сижу на рынке, и тут просто льет дождь. Благо, тут попался бар. Он закрыт, правда, но он хотя бы работает сейчас как навес. Дождь просто льет, не переставая. Вариантов никаких нет, кроме как сидеть и ждать, пока он закончится. А вот так выглядит предштормовой потонг. Смотрите, как необычный. Кто-то еще даже находится смелый летать на парашюте, такой ветер. Кстати, вот там, по-моему, идет дождь. Наверное, я сейчас поеду в отель. С байком, конечно, путешествовать одно удовольствие. Полная свобода и экономия. Потому что на такси тут улетают приличные деньги. Еще немного тайских лодок, кстати. Длиннохвостки. Начинается все со сладостей. Ну, смотря где на самом деле зайти. Если с другого хода, то с коконата. Сейчас все покажу. Интересно очень. Конечно же, тостовый хлеб. Как же без него? Безглютеновый. Кофе здесь тоже из кофемашины, как я вижу. Хотя в каждом номере, ну окей, не в каждом, возможно, не в каждом. Стоит кофемашинка капсульная. Йогуртов тут, очевидно, больше, чем в отелях, которые я был до этого здесь, на Патонге. Сок из лимонграсса. Несусь такой. Кстати, смотрите, какие бутылки. Как-то странно они тут все это расположили, ну ладно. Сырки. А, извиняюсь, это масло. Рыбка. Начинка. А, это драйв киви. Тыква. Семечки. Ого, какие тут сыры. Машинка. Кругом уголок с индийской кухней. Сладкий уголок. Опять сушеные киви тут есть. Выбор сладкого тут, конечно, лучше, чем, опять же, до этого в Меркури там был. Или вообще, упаси господи, Хилтон. Разве красный свет прибавляет аппетитности? Не думаю. Сколько масел. Бальзамический уксус даже есть. Я думаю, для украшения все равно холодно. Хотя лежат ложки.
Ничего себе, толще. А здесь фрукты, соответственно. Как я понял, свежевыжатый сок. Арбузный, видимо. Хотя, может, очередная Healthy Station. Кстати, в этой печи вечером они готовят пиццу. Это что-то индийское. Здесь свои чипсы. Специями добавлены. Сейчас попробуем, как это все на вкус. Для начала я взял первое, что попалось под руку, скажем так. Решил в этот раз не дожидаться омлетов, потому что я их ем уже неделю. Взял обычную яичницу. Также два сыра, чеддер и гауда. Тут прям выбор сыров классный. Жареные грибы, бекон, картошка. Здесь какой-то французский салат, две тайских пельмешки с креветкой и французский сэндвич с сыром. Кофе. Всем приятного аппетита. Обратите внимание, тут готовят кокосы. В смысле, не готовят, а предлагают. Никогда не видел такого на завтрак. Ну, здорово. Молоко. Овсянка. И на десерт у меня фрукты, шоколадный кекс с клубничным сиропом Hershey's, а кофе понравился и взял вот такой апельсиновый сок, свежевыжатый. Завтрак классный, мне очень понравился. Приехал на вечерний Патонг, завтра вылетать. Настроение не соответствующее уезжанию. Было бы лучше, если бы я остался, конечно. Давайте покажу банглу. Сейчас туда зайдем. Может, кто не видел.
Бангала не меняется. Снова прячусь от дождя, мы приехали на рынок Банзан. Сегодня тут не особо, на самом деле, многолюдно. Может показаться много народу, но по факту тут половина просто от дождя прячется. Слышите, какой дождь. Такие, кстати, ведра продают на Кипкедоне. Можно добавить бесплатные добавки. Пхукет провожает великолепной погодой. Главное не заболеть. Я уже весь промок, поэтому что я сейчас постою тут минуту, что поеду, уже ничего не решает. Да, ну и погода. Я понимаю, что я сейчас выгляжу как дурачок в этом шлеме, но мне пофиг. Главное безопасность. Что я сюда приехал? На берегу, на берег морской. Бросить монетку. Нашел здесь я курю. Вроде обещали, что телефон вот водонепроницаемый, я, конечно, не прыгать. Но вода, конечно, вносит тест-драйв. Так, здесь в конце Патонга загадываю желание. Можете тоже сейчас загадать. Оказаться. Ну, я загадываю, чтобы сюда вернуться. А потом Таиланд. По традиции всегда под завершение поездки иду в свое любимое место. Надеюсь, оно не разочарует. Хотя отфигали должны. Погнали. В меню огромное количество вина, и не только в меню, можно прогуляться и выбрать самому бутылочку другого. Лично я буду пиццу, хотя тут действительно большой выбор, очень похоже, честно, на Астерио Марио. Те, кто знает, у нас эта пиццерия очень похожа. Выглядит здорово, но я сюда пришел для пиццы, ради пиццы, хотя такое лазанья, может быть, даже шанс все-таки. Вот какую пиццу мы тогда... А, вот это все я вспомнил, с ветчиной и тем самым, руклой. Здорово, здорово, здорово.
Сейчас будем заказывать. И решил взять бутылочку вина. Только вспомнить бы, какое мы брали. Тут мы столько всего перепробовали. Что-то было прям вау, что-то не вау. Напишите в комментариях, какое вино любите вы. Так, наверное, надо брать из холодильника. В общем, сразу сделаем шорткат. Точнее, шорт-лист. Так, что-нибудь сейчас выберем. Заказал себе беленького, прохладненького дорожку. Конечно же, первый бокал приносит чисто на попробовать, потом обновляет полностью. Но это вино я брал много раз, поэтому оно уже проверено. К тому же, проверено не только мной, но еще и временем. Раз оно такое количество лет, по сути, держится, присутствует в ассортименте, это показатель. Конечно, дождь внес коррективы в мои планы, но ничего страшного. Можно и надо будет вернуться в Таиланд и на Пхукет, сделать все дела, которые запланировал, но не успел. Из самого обидного то, что не удалось показать Ависту. Дождь просто стеной стоял, я не мог выйти из номера. Хороший отель, интересный и красивый. Но опять же, в следующий раз. Не попробовал кое-какие фрукты, не посетил кое-какие места, но, несмотря ни на что, программа, мне кажется, получилась сама по себе довольно насыщенной и интересной, которая состоялась. Через 2 часа у меня трансфер. Ну как, я буду заказывать трансфер, потому что мне он еще не оформлен в аэропорт. И вылет. Пицца принесена. Руккола. Табаско. Масло. Кайф. Сыр отлично тянется. Сори. Приятного всем аппетита. Сейчас предварительно посмотрел, сколько будет стоить такси в аэропорт. Показывает 900 бат. Наверное, из-за дождя. Но вообще это очень дорого. Практически 3000. Хотя тут ехать полчаса. Ну окей, 40 минут. Фиксированный тариф 800 бат. Но это из аэропорта. Вообще, по-хорошему, конечно, не сидеть вина тут распивать, а пойти сразу договориться о трансфере через 2 часа. Пицца съедена, все было очень вкусно. Запиваем вино и двигаем в аэропорт. Наверное, это я уже показывать не буду, потому что окончание отпуска, микроотпуска и вообще возвращение в холодную, темную столицу не такое радужное, как вылет в солнечный Таиланд. Поэтому я снимать не буду. Спасибо всем, кто смотрел эти выпуски. Либо просто какой-то рандомный ролик, либо этот ролик. Всем удачи, успехов и возможности путешествовать. Пока.